Они получили незначительные телесные повреждения. Один из пострадавших госпитализирован. После случившегося водитель покинул место ДТП, поехав в сторону выезда из Луцка. О случившемся очевидцы сообщили в дежурную часть РОВД. Выехавший по сообщению экипаж ГАИ обнаружил двигавшийся автомобиль Audi. Водителю был подан сигнал об остановке включением маячков красного и синего цветов и звуковой сигнал. Однако он не реагировал и продолжал движение, грубо нарушая правила. Автомобиль все же был остановлен в 10 километрах от Луцка. Быстрее вылетаем! Условия нету машин. Одна бомбинка, вторая уже заправлена в рейс. Стоим! Выходим из машины быстро! Ключи достаем и зажигание.